Глава Всемирной организации здравоохранения рассказал, как победить коронавирус. Для этого необходимо к сентябрю следующего года каждой стране привить 70% населения. Причем специалисты настаивают, вакцинировать нужно и детей, и беременных женщин. И медлить нельзя. Тедрос Гебрейесус опасается, что в мире уже скоро может появиться новый, более агрессивный штамм ковида. Как обезопасить себя от заражения и не опасна ли для здоровья прививка? Эти вопросы сейчас больше всего интересуют казахстанцев. Ответы на них сегодня искала Альбина Унербаева. Я из города Нур-Султан. Хочу спросить. Говорят, вакцинация – это единственный способ победить коронавирус. Но не проще ли придумать эффективное лекарство от ковида? Есть ли в мире уже какие-то наработки в этом направлении? Или за полтора года так ничего и не сделали? Эффективное средство от коронавируса ищут ученые многих стран, но дальше всех в этом направлении продвинулись израильские исследователи. Они сейчас тестируют препарат, созданный на основе стволовых клеток. Первый этап клинических испытаний прошел успешно. Врачи приступили ко второй фазе. По словам разработчиков, потребовалось всего 3 инъекции в течение суток, чтобы нормализовать сатурацию и значительно улучшить состояние больных коронавирусом. Но пока единственным спасением от ковида остается вакцинация. Сегодня лекарство от коронавирусной инфекции нет. Мы научились лечить только симптомы ковида. Перспективные лекарственные препараты пока по стоимости настолько высоки, что говорить о массовом применении их не приходится. Единственным лекарственным препаратом, спасающим от тяжелого течения коронавирусной инфекции, является сегодня вакцина. Я из города Алматы. Хочу спросить. Буквально вчера услышала, что Всемирная организация здравоохранения предлагает вакцинировать от коронавируса кормящих матерей. Опасно ли вакцинироваться молодым мамам и не отразится ли это на малыше? Зарубежные специалисты заявляют, что вакцинация от коронавируса кормящих матерей не несет рисков для здоровья. Напротив, прививка может защитить и молодых мам, и их детей от инфекции. А вот казахстанские медики советуют женщинам делать укол спустя 2 месяца после родов. Мы считаем, что через 2 месяца после родов женщина должна быть вакцинирована. Ее защитить иначе сложно. То есть все-таки мы полагаем, что первые 2 месяца женщина мало общается с окружающим миром, и окружающие должны быть вакцинированы в семье. И тогда можно через 2-3 месяца после родов действительно вакцинироваться, и антитела с молоком попадут к ребенку, тем самым защитят его от риска заражений. Если же кормящая мама заразилась коронавирусом или получила вакцину, специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют не прекращать грудное вскармливание. Альбина Унербаева, Ержан Еркинбеков, КТК.